Кто ты задержан? За то, что брал у бабушек деньги. Кто эти бабушки? Откуда ты их знаешь? Кураторы связывались со мной через Телеграм. Работа за... деньги. Где ты нашел эту работу? Лайкнула девочка, думал, познакомился, хочет, и связался через знакомство. Угу. И все, они мне предложили заработок. В чем? Я спросил, легально ли это все, они сказали, да. Пошел в Пятерочку, хотел закинуть деньги, увидел очередь, начал уходить за мной, побежал. Мужчина, я, ну, короче, меня задержали, все. Ты вообще привлекался как-то к ответственности ранее, нет? Да. Учишься? Нет. Объяснили вообще, что тебе грозит за это? Сожалеешь вообще о чем-то, что сделал? Да, сожалею. А родители не в курсе были вообще ничего? Нет. Он живет. Так вы читали все равно. Что с вами случилось? Почему вы сегодня в полиции? Обманули меня мошенники. Сказали, что у меня дочь попала под аварию, сбили ее, и надо миллион платить денег. Мне звонил какой-то мужчина по телефону и сказал, что это мой помощник, что вот он придет, вы заверните в пакет и полотенце, то, что дочери нужно в больницу полотенце, и это самое, и отдать ему, положите в пакет, ему отдать.